вообще школа преображается, как говорится, и в поведении учеников. Ученики стали более сдержаны, не портят имущество, ходят степенно. Ну, дети есть дети, конечно, иногда и пробегают, почему бы и нет. Маленькие первоклассники, они могут все попробовать пощупать, пытаться где-то что-то отколупать, но когда это все вот так вот красиво, мне кажется, этого будет меньше.